Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Фламинго Мило, и мы сегодня наконец-то отправимся в соло бои. Спустя 100 лет это свершилось, потому что что? Потому что мета игры меняется, как бы командные бои вы уже видите, что там происходит, ну по крайней мере с рандомами, да. Тащить это очень сложно, но интересно зато. Вот командные бои можно играть ради интереса. А соло бои мы сейчас будем тестировать, смотреть, как у них сейчас. Потому что последний раз там была душнина такая лютая, что лучше командные бои душить, чем душить соло бои. Вот такие дела. Для Фламингоса я хочу взять бомбу молотова, кассетную бомбу и один артефакт, еще у меня остается на выбор. Опять же, сложно, если мы сейчас справимся с соло бои, да, если они там будут. То косточку брать, ну такой себе вариант. Опять же, но, блин, можно взять косточку, реально. Делать ли я это собираюсь, не знаю. Я не знаю, ребят, что брать на самом деле. Ну, давайте возьмем косточку по старинке, так сказать, фламинго. Правда, сейчас у меня, видите, там, бомба молотова 9, косточка 10, а максимальный уровень 12. То есть, они мне сейчас хуже, чем были. То есть, по сути, разрабы ухудшили предметы от того, что было тем, у кого были максималки. Баланс? Баланс. Ладно, я по привычке уже залетаю в командные бои, но мы сегодня отправляемся в сложные. Сложные бои, конечно, не самый лучший вариант. Лучше бы были бы стандартные. Они примерно одинаково по рейтингу с... Ну, одинаково дают рейтинг по сравнению с командными боями. Но там все-таки не так душно, как в сложных боях. Ну, посмотрите, сколько народу в сложных боях на этой маленькой карте. 35 человек и вроде 10 ботов или чуть поменьше. Ну вот, видите, вот в чем я говорил. Не душно, да? Просто появляешься, а лута уже нету. Баланс. Мотов, кстати, тоже так же быстро разбирают. То есть в этом проблема сложных боев. То есть тут должны быть динамичные быстрые персонажи. И тогда, да, можно тащить. Опять же, я сильный. Ну, относительно, да. Вот видите, меня дружат с трех сторон. Как бы баланс, баланс. Сейчас черепах на меня вылезет. У меня аптечек нету, хилиться нечем. Я, конечно, сейчас начну есть косточку, но... Гений на Луи меня душит. Чел явно рассчитывает на то, что у него что-то получится. Ну, удачи тебе, чел. Будем веселиться с тобой. Да, получилось, чел, да? Ну, и как бы акул. Вот, вот это сложный соло бои, ребят. Поиграли, хватит. Я доигрался, честно скажу. Вот, вот это сложный соло бои. Ты пытаешься чела убить. Ты это делаешь. Появляются другие 5 челов, которые лутают аптечку, тебя убивают. Парам-парам-пам. Все, поиграли. Хватит. Хватит. Меняем предметы снова назад. И отправляемся в прекрасные команды бои душиться. Вот, в принципе, мне хватило. Мне хватило радости командных боев. Ой, соло боев. Так, что мне там было? Канистра гелия прекрасная, которая расталкивает всех в нужный момент. Потом, что мне тут еще прекрасное было? Дефибриллятор, да? Правда, его нужно сначала выбрать. Ой, ну вот, вот этот момент, то что... Нельзя взять, пока не выберешь командные бои. Вот, вот раньше было норм, сейчас вот это вот сделали. Опять же, зачем? Почему бы просто его не отключать уже непосредственно в самом бою? Непонятно, но что есть, то есть. В общем, отправляемся. Да. Все-таки какие были сложные бои, такие остались. Попробуем как-нибудь стандартные бои потом, в следующий раз. На ком-нибудь из других персонажей. И уже решим, стоит оно того или нет. Потому что, ну... Сейчас хотя бы заспавнило нормально, мы не так близко. Вот к ним легендарный вот прибежал, к нам нет, да? Баланс? Баланс. Ну да ладно, чего уж расстраиваться. Кому прибежал легендарный бот, тому прибежал. Нам сейчас нужно срочно идти в другую сторону от этой пачки, которая там справа, да? Но моя команда, они сильные, мощные, дерзкие, резкие. Они врываются. Я понял. Понял, принял. Урон к нам... Понимаете, у них есть аптечка. У нас аптечки нету. Вот это и все, весь прикол. Вот. На этом как бы весь прикол, ребят. У нас аптечек нет, у них есть. Они побеждают, мы проигрываем. Все. Парам-парам-пам. Я как бы могу что-то сделать, но видите, у них там аптечки. Аптечки. А у нас ноль. Причем у них уровни еще выше. Баланс... Ну, это, опять же, это мой сквад, который решил пойти на противника без аптечек. Что я могу с ними сделать? Забанить всех? Нет, не могу. Но хотелось бы. Не, реально, вот если можно было сейчас бы просто взять, нажать кнопку кик, 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 кик. И там бы были боты. Я думаю, мы бы сыграли лучше. Ну, как бы, бустим рейтинг, чё? Сложные бои вы видели, командные бои вы видите. Прекрасно.
Вот это гении, как бы. У них логики нет о том, что без аптечек идти на склад с аптечкой и легендарным дропом как-то не очень выгодно. Но логика-то где? Ее нет. Мозга тоже нет. Поэтому они взяли и пошли. И выбора у меня тоже было не было, потому что если бы я с ними не пошел, они бы сдохли в разы быстрее. Вот и все. Как бы в этом и вся суть. Как бы... Баланс по рейтингу. Баланс по подбору персонажей нормальных, там, по уровню игры, да? Да, баланс, конечно. 100 балансов из 100. Вот что я могу сказать. Опять же, замес на 3 сквада. Нормально, да. Замес на 3 сквада я люблю. Золотые гранатки закидываю. У меня здесь копье граната, в принципе, лук меня тут, конечно, уже особо не затащил бы. Никс, конечно же, успевает залутать все. Ну, а что ему, это ж Никс. Хотя ему мог оттолкнуть, я тупанул на самом деле. Моя ошибка была, не спорю. О, лук завезли. Отлично, сейчас будем бахать нормально, хотя бы. Но сначала нужно убить лукаря, да? Я даже сразу аптечку залутаю, чтобы не было проблем, потому что у нас и так лишние аптечки тут валяются. Зебра очень интересная. О, смотрите, моя команда. Ничего не неожиданного, 10 10 прекрасных команд. Так, ну, опять же, активный навык не включается. Вот мне, знаете, что нравится? Я активный навык, как бы, ой, точнее, первобытный инстинкт не включается. То есть он есть, но он не включается. А зачем ему включаться, да? Бесполезная фигня. О, мой зебра умер, а что ему, да? Иди отсюда, панда, не беси меня. Откуда они вообще берутся, блин? Вот серьезно, из ниоткуда. Да хватит бахать, ну вы задолбали уже. Ой. Просто два сквада, или три. Я уже запутался, какой это сквад по очереди. Четвертый, третий, пятый, шестой, седьмой, десятый. Почему моя команда не бахает, а они бахают? Точнее, не панда, это Тони, блин, живучий гад. Попробую сейчас залутать аптечку с панды. С пандой, точнее. Бак, отойди, не мешай. Я тут аптечку лутаю. Отойди, говорю. Ну вот, ну вот. Ты не способный одну кнопку нажать. О боже, ну посмотрите просто на него, посмотрите на это, ну... Ой, да за что мне все? Баланс, четвертый день, кайф. Что делать, ребят? Как в это играть? Понимаете, я на имбе не могу вытащить. Я на баке не могу вытащить, на них все не могу вытащить. На крабе плюс-минус там что-то получилось, да, ну опять же дичь. Как эту тащить не на имбах? Как? Как? Не, реально надо идти чисто в соло бои. Какие-нибудь стандартные, легкие, и по-другому бустить ренник уже не получится. Или с кланами играть только. Все. Класс. Просто слов нет. Не знаю, адаптироваться к этому явно не получится, ну потому что вы видите, просто по 4 сквада в одну точку, как бы. Ты пытаешься один сквад развалить, ты не успеваешь, второй сквад подлетает, третий сквад подлетает, ты такой, ага. Твоя команда, это зебра АФК, это панда, которая одну кнопку нажать не может. Ну ладно, он нажимал, он попасть не мог, да? Он попасть не мог. Один раз нужно было в бака попасть, понимаете? Один раз нужно было в бака попасть, чтобы я залутал аптечку, встал в эту, похилился и убил бака. Один раз нужно было нажать. Один. Не смог. Точнее, один попасть надо было один раз. Не смог, панда. Очень сложно. Очень. Невероятно сложно. Другие сквады почему-то всегда сильнее твоего. Непонятно тоже почему. Я вот не понимаю, мне что, за десятерых считают или что? Как я должен это все вытаскивать? Вот смотрите, опять три сквада. Опять уже... Опять эта душнина. Опять у меня 11 уровень, их 12, 13, 14. Да какого фига? Ну я не смогу столько вынести их. Ну просто, ну, каждым шотом попадаю. Каждым. Каждым, видите, в джейд даже попал сейчас. Уйди отсюда. У меня актив... первобытный сик не работает. У меня урон не усиливается. Как в эту играть? Как? Меня с трех сторон душат просто-напросто. С трех сторон. Никс этот душный, блин, из ниоткуда. Вообще непонятно, с какого сквада приперся сюда. Кроль Скипи этот тоже. Душнило еще один, блин. У меня аптечки заканчиваются. Я не успел этого гения резнуть. Тоже, опять же, какой-то, блин, очередной был. Ну вот почему у меня команда такая? Ну почему? Я хочу победить. За что? Знаете, как обидно просто. Коллеги какие-то, ну серьезно, ну как это? Ну как можно так играть? Ну как? Ну почему вы не способны нажать одну кнопку?
Я сейчас умру, конечно. Ну, Блак у нас гений тоже, очевидно. Без дефибриллятора зачем он нужен, да? Я вообще тут не вижу, что кто-то ест дефибриллятором, кроме меня. Опять же, сквад из 5 союзников. Да. Что сказать, ребятки? Это прекрасно. Давайте еще один бой прекрасно сыграем. Как говорится, бустим рейтинг вниз. Хороший баланс, очевидно. За тебя кидают таких же неадекватов, которые были и до обновления баланса. А против тебя кидают каких-то жестких ребят, которые просто тебя разваливают. Которые прыгают, бегают, которые на уровне почему-то тоже всегда выше. А ты должен за 10-рых играть, как бы. Нормально, баланс. Я же сильный, да? Че мне? Изи тащим. Хочу стать слабым резко. Хочу стать нубом, который делает один выстрел за бой, чтобы меня кидали к нубам. Я их всех вытащил. Ну, я не знаю, как это тащить, ребят. У меня просто слов нет. Отберу сейчас у этого копье, потому что обойдутся, потому что не верю я в свою команду, ни в кого из своей команды не верю. Вообще, ни в одного. Вот, слепые просто. Просто слепые. Ну, по-другому не скажешь. Но... Идет бот. Они его не видят. Луи его видит. Кстати, у Луи там особо по увеличению дистанции ничего нету. Но Луи его видит почему-то. О, я, кстати, попал копьем. Хотя бак лаганный, конечно, дико. Дико лагает, но... Ну, что есть. Помогу баку добить, чтобы он это... Долго не терял время. Смотрите, какие четкие выстрелы у меня. Ну и опять два сквада подряд. А чё нет? А чё нет? Действительно. А чё мне два сквада подряд? Наш краб, смотрите, что он делает. Просто делайте акцент на краба. Делайте акцент на бака. Офигеть, да? Какая команда. Просто слов нету. Никс со спины подходит. Как неожиданно, да? Просто как неожиданно, не душно. Не душно, я сейчас сгорю просто. Блин, это бот. Повезло, что это бот. Ну вы видели, сколько я вкинул в это все, чтобы убить. Там каждый шот почти что залетал. Ну вот, там, не знаю, 9 из 10 залетело. Моя команда просто крабу тут стояла, а ничего не делал. То есть ему нужно было подойти и нажать хук. Он этого не смог. Бак тоже потом там стоял, лутал гранатку. У него была... А, они ж не взяли, да. Золотый гранат, я забыл. Ну ладно, тогда бака простим. Я там бахаю просто люто урон свой. Первобытный синк — кривая фигня, которая не хочет работать. Очень обидно. Ой, ну ладно, пока что нагибаем как есть. Хамелеон откуда-то взял. Ты откуда, друг? Жесть. Ну реально, походу без укола адреналина сейчас в командных боях нечего делать. То есть укол адреналина, дефибриллятор и все. Один слот на ваш выбор. Все. Это стандарт для всех, кроме Брюса. Брюсу можно не брать укол адреналина. Если вы успеете нажать. Опять же, Брюса, наверное, тоже придется брать, потому что, ну... Не хватает даже Брюса сейчас сил, возможностей все тащить. Блин, какие-то шустрые ребята здесь попадаются. Очень шустрые. Блин, гранаты, конечно, не дофига прям. А у нас там кто-то косточки. Краб косточка хилится. Как неожиданно, да? Как вам? Краб с косточкой. Нормально. Нормальный парень на крабе. Сразу видно. Жесткий, мощный, как пуля, дерзкий, резкий, да? Блин, жалко, что фламингосику приходится сводиться на все эти штуки. Вот что они лезут в этот дом, когда там зона? Вот вы понимаете, я нет. Там никого нету, это уже все поняли. Ну, все адекватные игроки, наверное, поняли. Но они лезут, им надо. Моя команда, какие ж прекрасные игроки, просто. Если мы сейчас победим, это будет чистая случайность. Но мы тут уже дожимаем последний сквад, вряд ли они смогут что-то против нам противопоставить, потому что, ну... Я все-таки достаточно сильный фламингос. Очень много урона заношу, поэтому здесь будет изи, как по мне. Залутаем аптечку. Ой. Это нечто, ребят. Просто нечто. Нам просто повезло победить. Вот, это все, что я могу сказать за этот бой. Просто повезло победить. Я сейчас особо не целюсь, потому что тут нет смысла целиться, я все равно не успею попасть. Поэтому просто бахаем автоатакой, вот. Которая криво и стреляет из-за того, что здесь везде зона. Копьем сейчас попаду, скорее всего. Ну да, попал копьем, чекайте.
Просто автоатака баха. Жесть, смотрите, тут, оказывается, два никса было. Жесть, он еще и за аптечкой побежал. Ну да ладно. Ну, 7 килов, кстати, смог сделать. Чудеса. Что ж, ребятки. Рейтинг постановили, да, чуть-чуть. Даже чуть-чуть, наверное, подняли. 4 однерки, прямо как на никсе. Ну, как в это играть, я не знаю. Чисто 1200 рейтинг, наверное, уже будет невозможно поднять, если соло. Возможно, стандартные бои как-то изменит. Ну, соло стандартные бои как-то это изменит. Возможно, трио еще адекватно играть. Но я в трио заходил тоже душни на счета, потому что там по 4 сквада на тебя можно лететь. И как бы это стандарт. И 4 сквада с разных сторон, ну, понимаете, это такая душнина, что там тоже не выжить. Ну и вот вопросы, как в это играть? Легкие соло-бои, стандартные соло-бои. Мы это скоро затестим, когда это появится. Также, ребятки, разрабы сообщили... Наверное, давайте сейчас расскажу, потому что забыл. Разрабы сообщили, что... Не, это не тут. Не тут. Что ивент на феромоны скоро появится. Вроде так они сообщили, да. Они сказали, что можно теперь в ивентах будет найти феромоны. А то и следующий, верите, вот 14 часов, скорее всего, будет на феромоны. Потому что до этого был ивент на щитки. До щитков был бицепс. И вот после... И сейчас опять бицепс, да? И, скорее всего, недельный ивент будет следующий на феромоны. Поэтому советую всем зарядиться и отправиться вперед, лутать феромоны. Потому что это будет жестко. И, наверное, это единственное, что позволит вам тащить соло-рандомные командные бои. Как-то так. Соло-рандомные командные бои. Жестко, да, звучит? Ну, зуба тоже такая стала. Как в нее теперь играть, невозможно. Разрабы, скорее всего, увидят вот эту вот дичь и что-нибудь будут менять. Но пока что ждем. Как говорится, пока не собираю статистику. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Будьте на позитиве, ребятки. Не душитесь. Играйте со кланами, играйте с друзьями. Играйте соло, легкие, там, стандартные бои. И, возможно, хоть понемножку, но будьте быстреть. На этом все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.